Председатель комитета по региональной политике и негласный староста группы депутатов от Краснодарского края рассказал, что на счету наших парламентариев в нынешней сессии Думы были десятки законодательных инициатив. Все депутаты от Краснодарского края, смею я заверить, работают активно. В комитетах с поправками выходят на государственную трибуну. Никаких у нас политических разногласий нет. Я уже много говорю, что у нас на сегодняшний день одна политическая партия – это Кубань. Спасибо за такую позицию, Николай Михайлович. На самом деле, я тоже хочу ободрить и наш депутатский корпус в Государственной Думе, который достаточно мощно помогает. 18 депутатов. Да, это одна из больших представительных групп. Я думаю, что кроме Москвы, может быть, нигде в субъектах нет такого количества представителей в Государственной Думе. Поэтому очень надеюсь на такой дальнейший диалог в интересах, конечно, нашего избирателя. Добавлю, что в планах кубанских парламентариев осенью рассмотреть вопросы содержания олимпийских объектов в Сочи. После Олимпиады для бюджета региона это серьезная нагрузка. Депутаты намерены добиваться софинансирования из федерального центра.